Сочи собрались профессионалы, инструкторы фитнес-клубов со всей России. Для них были организованы презентации, мастер-классы, семинары, которые проводили ведущие эксперты в области фитнеса. Самым важным было презентовать новинки фитнес-индустрии. В частности, Cuba, то есть это новые Equi, Yoku, то есть это даже на слух Viper, и Core Fitness Roller, многие другие продукты. В принципе, для нас очень важно как-то презентовать эти продукты, соответственно, привести сюда людей, потому что это Россия, потому что это Сочи. На фестиваль собралось свыше 150 инструкторов-профессионалов. По традиции участников встретили в спорткомплексе Александра Карелина. У нас хорошая база, есть все возможности, начиная спортивных сооружений, инфраструктуры, пляжного отдыха, все. И участники все имеют право пользоваться этим на гуманитарной основе. Есть среди участников фестиваля «Фиеста» и сочинцы, которым также интересно познакомиться с новинками фитнес-культуры. Посетителям фитнес-клубов объясняют, почему, например, нет ощутимого результата при занятиях на крупных тренажерах, а вручают именно фитнес-занятия. Когда вы начинаете работать изнутри, жиросжигание происходит максимально эффективно, и вес уходит сам. Появляются желаемые формы. Вот. Говоря о мужском населении непосредственно, да, то именно кубики на животе можно получить, занимаясь функциональным тренингом в максимально короткое время, конечно же. Ну и здоровое питание никто не отменял. Фитнес-культура не стоит на месте. Она постоянно развивается в зависимости от появляющихся на рынке фитнес-продуктов. Профессиональная подготовка спортсменов в Сочи проводилась 2 дня. Через год участники фестиваля из Сибири, Урала, Москвы и Санкт-Петербурга встретятся вновь в спорткомплексе Александра Карелина. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.